Всем привет, меня зовут Аня, и это мой блог про волосы. Девочки, я ненадолго выпала из Ютуба, было очень много работы, но обещаю, что больше таких пауз больших не будет. Сегодня будет обзор термошапки. Я вам расскажу, что это такое, как использовать, какой эффект получается в конце, и есть ли вообще эффект от данного аксессуара. Я очень долго искала на рынке термошапку, все, что я видела, мне ничего не нравилось, потому что это было обычное полотенце, которое сделано типа под термошапку, типа этого или вот этого. Я же нашла то, что хотела, то, что искала. Эта шапка была разработана трихологом и колористом. Это уже профессиональный подход, такой я люблю. Шапка из трех слоев. Здесь натуральный хлопок, внутри он мехит, это второй слой, и натуральный шелк, это третий слой. Главная вообще фишка этой термошапки, это второй слой, это слой он мехит. Эта ткань удерживает теплоту внутри и не пропускает холод. Эту ткань используют в своих куртках, лыжных костюмах фирма Columbia. Умная терморегуляция. Термошапка подходит для домашнего использования и для салонных уходовых процедур. Я же ее купила для того, чтобы использовать дома. Что делает эта термошапка? За счет того, что внутри есть ткань, которая удерживает тепло, не пропускает холод, термошапка помогает нам ускорению процессов, которые происходят внутри волоса. Ускоряет процесс маски, ускоряет процесс филлера, кондиционера и помогает маске более глубоко проникнуть. И мы должны получить вау-эффект, невероятные мягкие шелковистые волосы. Также нам обещают, что термошапка увеличивает эффект от маски, кондиционера, филлера, неважно, то, что вы наносите на волосы в 5 раз. 5 раз, как по мне, немножечко многовато, как проверить, что 5, ну не суть, самое главное, чтобы эта термошапка работала. Итак, сейчас будет небольшой обзор термошапки. Первое, что хочу сказать, что шапочка в черном цвете, я обожаю черный цвет, я люблю все черное, чтобы все было черное, мне на работе все черное, и вещи тоже, очень много вещей черных. И когда я искала термошапки, видела розовые, зеленые, с киви, с авокадо, с какими-то фламингами, непонятно вообще разрисованные ужасные термошапки, когда я увидела именно черную, я прям... Класс, это то, что я люблю, то, что мне нужно. Так, термошапочка с чехлом идет, это очень удобно, очень стильно. Такой вот, такая вот чехольчик будет очень удобно хранить и очень стильненько, как по мне, тоже черное. Здесь все черное, так как я люблю. Дальше, по качеству, термошапка, как по мне, средняя, здесь нету никаких вот крутых швов или более качественных. Как по мне, термошапка нормальная по качеству, мне нравится, мне подходит. Здесь две такие пуговки. И вот так вот нужно закрепить. Более подробно я вам сейчас расскажу, как использовать эту термошапку. По качеству мне нравится, я же говорю, что здесь нету никаких вот крутых швов и так далее, но выглядит она очень стильненько. Она теплая, стильная и черная, что самое главное. Так, а сейчас я вам покажу, как использовать, и в конце расскажу, какой эффект получился у меня. Итак, я помыла голову шампунем 2 раза. Сегодня использовала шампунь от фирмы Gold Velvet, шампунь глубокой очистки, более легкий вариант. Помыла голову шампунем 2 раза и буду сейчас наносить масочку. Масочка у меня от фирмы Альфа Бар, восстанавливающая. На мокрые волосы мы наносим маску. Я всегда рекомендую масочку растирать в ладонях, делать ее более теплой. Растираем и наносим. Итак, масочку я нанесла, распределила по длине, немного нанесла на челку. Сейчас мне нужно будет использовать вот такую вот шапочку одноразовую, чтобы не испачкать термошапку. И фиксируем термошапку на голове. Так, у нас здесь две пуговки, я всегда фиксирую на вот эту вот нижнюю. Девочки, что по эффекту? Эффект от термошапки однозначно есть. Волосы более мягкие, более плотные. Эффект от термошапки, эффект мягких волос, плотных волос держится не до следующей моечки, а вот до второй моечки. Это уже огромный плюс. Это у меня всегда было до следующей моечки, а здесь он держится немножечко дольше. Это то, что я увидела на своих волосах. Это огромный для меня плюс. Все классно, но есть одно важное но. Очень важное но.
Я пробовала термошапку с филлером, с двумя бюджетными масками и с двумя профессиональными масками. Термошапка работает только в том случае, если эффект от маски у вас есть и без термошапки. Получается, что термошапка улучшает эффект от маски. Если эффекта от маски нет, она его не создает. Вот такое вот небольшое но. Поэтому, если вы покупаете термошапку, будьте готовы к тому, что вам нужно будет еще купить хорошую маску, которая будет работать именно на ваших волосах. Вот. Это имеет значение, потому что если у вас нерабочая маска, и вы купите термошапку, и потом вы сделаете такой вот спа-уход, и вам не понравится, потому что термошапка ничего не сделает. Еще раз повторяю, что термошапка работает и дает классный эффект только тогда, если само по себе средство рабочее, вам нравится и без термошапки. Это очень важно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас опыт использования термошапки, если был, то какой. Если видео вам понравилось, было интересно, полезно, поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться. Всем хорошего дня, всем хорошего вечера, всем до встречи!